Вы знаете, в современной инклюзивном образовании это самый важный момент. Это преподаватели. То есть это те люди, которые именно учат наших инвалидов и детей с ОВЗ, которые умеют этим работать, и чья профессия, в принципе, на вес золота для всей системы инклюзивного образования. И, безусловно, нам надо вовлекать преподавателей в эту работу, тяжелейшую работу, но тем не менее. Поэтому конкурс призван, в принципе, поднять на новый качественный уровень, собственно говоря, статус таких преподавателей, статус таких педагогов, привлечь к этому внимание, их вовлечь в этот процесс. Ну а самое главное – это именно распространение их лучших практик, их собственного опыта по всем таким образовательным учреждениям.